Это случилось в один из дождливых вечеров весны 1908 года. В этот вечер мне сообщили, что в тайге найден убитый иноверец, у которого нашли мою визитную карточку. Дерсу. Я дал ему свою карточку, когда мы прощались. Дерсу. Как много мы с ним пережили вместе. Сколько раз он выручал меня из беды. Как много нового открыл мне в жизни. Передо мной одна за другой вставали картины прошлого. Со мной снова был мой лесной друг. Шли сквозь тайгу уже четвертые сутки. Едва мы только тронулись в путь от станции Шмаковка, как хлынул ливень. С тех пор он почти не переставал. А ты места-то эти хорошо знаешь? Да не шибко хорошо. Два раза ходили. Наш проводник из местных староверов дорогу знал, видимо, плохо. Нервничал. И с каждым часом внушал нам все меньше и меньше доверия. Вскоре стало окончательно ясно, что мы заблудились. Нету. Чего? Затесок нету. Должно левее они остались. Ночь застала нас в ущелье. Невесел был наш привал. Да и место попалось неприветливое, угрюмое. Какая-то тоска чувствовалась во всем, что нас окружало. Тайга словно предупреждала нас. Нелегок будет наш путь через ее дебри к морю. Вот он лежит перед нами глухой, дикой, уссурийский край. Большое белое пятно на карте, неведомая земля. А нам нужно сделать ее ведомой, проложить тропу до самого Японского моря. В конце декабря нас будет ждать там корабль. А мы только в самом начале пути. Да еще потеряли дорогу. В общем, невесело было на нашем биваке. Что там случилось? Должно медведь. Здравствуй, капитан. Здравствуй. Садись к костру. Гостем будешь. Спасибо. Туртыгин, достань еду. Гость с дороги. Спасибо, капитан. Моя ошибка, хочу кушать. Моя сегодня ничего не кушает. Держи. Ты кто же будешь? Китаец или кореец? Моя Гольд. Охотник? Угу. Я всегда охоту ходил. Другой работы, понимаю, нету. А живешь где?
Моя дома нету. Все давно помирай. Теперь моя один живи. По тайге ходи. Ночь настала. Огонь клади. Палатку делай. Ложись, спи. А зовут тебя как? Ирсу Узала. Так в эту ночь я впервые встретился с Дерсу. Часы у костра пролетели незаметно. Мы проговорили до рассвета. Меня все больше и больше заинтересовывал наш ночной гость. Что это за шум? Какой-какой? Люди ходи. Надо посмотреть. Надо тихо ходи. Чего-чего ломай, не надо. Хорошо. Говори тоже не надо. Кабаны. Стреляй не надо, капитан. Его шибко старые люди. Его худо кушай. А о каких ты людях говоришь? Его все равно люди, только рубашка другой. Обмани, понимай. Сердись, понимай. Кругом понимай. Все равно люди. Мне стало ясно. Дерсу очеловечивал все, что видел вокруг себя. Вода, огонь, вся земля и эти дикие кабаны. Все это были для него люди. Ваше благородие, отпустил бы ты меня, а? А кто же нас отсюда выведет? Да я, видишь, как получается-то. Еще с вами поплутаю и домой дорогу не найду. У меня жена, дети, пятеро. Ну, ладно, иди. Спасибо. Прощайте. Погоди. Возьми. Это за что же? За половину пути. Так ведь... Бери, бери. Не тебе. Детишкам твоим даю. Они же не виноваты, что ты такой. Ну, словом, иди. Хорошо, капитан. Дерсу, ты по этим местам раньше ходил? Нет, не ходил. Пойся не надо, капитан. Охотников тайга много. И то я не могу. По земле ходи. Трава топчи, след делай. Наши глаза есть. Мал-мал, смотри. Тропа находи.
Твоя дерево стреляй. Угу, в дерево. Капитан! Капитан! Твоя сюда стреляй! Да! А пуля нету! Такое большое дерево, а пуля мимо ходи! Ай-яй-яй-яй! Капитан, моя, так думай, надо так стреляй! Ты хорошо стреляешь, Дарсу. Раньше, капитан, моя шиб хорошо стреляй. Никогда пуля мимо ходи нету. Теперь моя мал-мал плохо стреляй. Теперь глаза хуже смотри. Старый есть. Ну что ты так? А теперь попади, капитан. Это ружье не пулями стреляет. Ничего не понимаю. Моя видела один ружье, пулю стреляй. Другой стрела. А как это ружье стрелять? Моя не понимаю. Это не ружье, Дерсу. Это прибор. Бусоль называется. Ну, я вот смотрю в него и рисую тропу, по которой мы идем. Зачем, капитан? Ну, после нас другие люди захотят пройти здесь. Возьмут эту бумагу и пройдут. И уж так блуждать, как мы с тобой, они не будут. Понятно? Мал-мал, понимай. Капитан, моя... Говори слово, оно лети, и скоро умирай. Моя, кричи. Эй, 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 эй! Ай, слушай! И Коломбо тоже! Это моя кричи! Эльсу узала! И опять снова умирай. А эти слова, которые на бумагу садись, всем умирай. Нет. Дерсу! Может быть, здесь привал сделаем? Не надо, капитан. Мы я так думаю. Скоро наша банда находи. Отёску показывай. Вот пристали, черти. Что делаешь, Дерсу? Моя так думай. Здесь близко мед есть. Пчела дорогу показывай. Я давно уже почувствовал, что Дерсу непростой человек. Для него тайга была знакомой и открытой книгой. Полет пчелы, голоса птиц, следы зверей, запахи, звуки. Все это были знаки, по которым он свободно читал ее жизнь. Надо хорошо. Смотри, куда пчела летает. Ah!
Ну, шибко хитрые люди. Надо его гоняй. А то он весь мед кушай. Ха-ха-ха-ха-ха! Твоя какой люди! Чужой мед тащи! Ай-яй-яй-яй! А ну пошел! Ай! А ну пошел отсюда! Ай-ай! А ну пошел! Чего смотришь? Ай! А ну пошел отсюда! Ай! Ну пошел! А, и ты смеешься? Дарсу, дай-ка мне карабин. Погоди, проклятый. Зачем стреляй? Она мишени нету. Она тоже кушать хочу. Пришла посмотри, есть охотник или нет. Наш ходи. Она сюда на землю прыгай, что осталось, кушай. Она улетай. Другой люди ходи. Енот ходи. Барсук или мышь ходи. Мышь нет, муравей ходи. Тайга много, разные люди есть. Хороший он человек. Одно плохо нехристь, азиат. В Бога не верует. А вот поди-ка, живет на земле все равно так же, как и я. Ха, чудно, право. И что только с ним на том свете будет? Да то же, что и с тобой, и со мной. Оборони, царица небесная. Я истинный христианин. А он кто? Нехристь? У него и души-то нет, а пар. Капитан, мой надо мал-мал, спичка, соль и рис. Ты что же, уходить от нас хочешь? Зачем, капитан? Мы с тобой долго ходи. Моя все равно, торопись никуда не надо. Ты вернуться сюда хочешь? Нет, капитан. Какой-какой, другой люди ходи, фанз находи, сухие дрова, спички найди, кушай найди. Пропади нету. Дерсу заботился о путнике, которого он никогда не увидит. Этот дикарь был гораздо гуманнее многих из нас. Дерсу! Подождем отряд. Моя, как ладно, как ладно. Ай-яй-яй-яй! Моя трубка потеряй. Надо назад ходить. Стрелки подберут. Моя, думаю, она тут близко есть. Капитан!
Это Амба, тигр. Он за нами ходи. Когда наша там сиди, Амба тут долго стой. Когда моя сюда ходи, Амба туда прыгай. Наши надо тихо ходи. Кругом шип хорошо смотри. Пойдем к отряду, Дерсу. Дерсу, ты что ли трубку потерял? Смотрите, тигр! Не надо! Стреляй, капитан! Твоя амба стреляй! Моя товарищ нету! Сзади амба. Что тебе нужно? Наша дорога ходи. Твоя мишень нету. Зачем сзади ходи? Неужели тайга места мало? Иди. Наша мишень нету. Уходи. Уходи, амба. Иди, иди. Своя дорога. Иди. Иди. Уходи. Иди. Сердись не надо, капитан. Один раз моя напрасно амба стреляй. Теперь шибко боюсь, когда моя худо будет. Теперь наш можно дальше ходить. Амба мишень нету. Бежав схватки с тигром, мы вскоре попали в лапы болотистой таежной реки. Порой мы с трудом проходили 1-2 километра в сутки. Так было в тот день, когда, промокнув до нитки, мы к вечеру выбрались из болота. Здравствуй, начальник. У тебя можно обсушиться и переночевать? Зачем, начальник спрашивает? Моя фанза, его фанза. Сего. А сикома? Развючивайте лошадей. Сего топай. Пусть начальник и его люди заходят в фанзу. Это их и фанза. Их и их. Вот уже 2 месяца, как мы идем по тайге. Многое открылось мне за это время. Что может дать России этот великолепный край,
когда железные дороги соединят его со всей страной. Дух захватывает. Но как мало еще сделано нашей экспедицией. Скоро осень, дожди, а впереди еще столько работы. Зачем так тихо? Никто помирай нету. Мало-мало смеять можно. Мало-мало песня пой. Тогда моя петь будет. Дванта, дванта, лага, дванта, ми бальди хамбига, дванта, данна, раннина, раннина, на, данна, раннина, раннина, на, долбоня цанда мораси, долбо боцанда бутяси. Ранна, ранина, ранина, на, ранна, ранина, ранина, на. Моя все. Теперь твоя. Пой. Нет, Дерсу, у меня голоса нет. А ты? А ты, капитан? Я? Ну, хочешь, я тебе сказку расскажу? Сказка? Давай сказка! Ну, слушай. Ага. Жил-был на свете бедный старик со своей старухой. Фанза их стояла на самом берегу моря. И вот однажды старик пошел к морю, закинул сети и вытащил... Большую киту? Нет, Дерсу, вытащил он маленькую рыбку. Но не простую, а золотую. На этот раз ничего не ответила рыбка, а уплыла в море. Ай-яй-яй, обижайся. Да, вернулся старик и видит опять свою старую Фанзу, а возле нее жадную старуху и разбитое корыто. Верно твое говори, капитан. Такой баба много есть. Ай-яй-яй-яй, бедный старик. Делал бы он водка, бросал эта баба и кочевал в другое место. Владимир Клавдич, а наш хозяин Фанзы какой-то подозрительный. Почему? Что-то они там бегают, прячут. Что прячут? Не знаю, пойдемте, сами посмотрите. А почему гости не спят? Не спится. А куда гости идут? Кожа, жилы, панты, тут их на тысячи. Сколько зверей загублено. Скоро худой люди, все кругом совсем кончай. Олень, соболь, белка, все пропади здесь. Моя так думай. Такой люди, как та баба. Чего есть? Мало. Всего много есть, опять мало.
Все хочу кругом кончать. Где ловушки, которыми ты ловишь изюбров? Там он. Да и утром покажешь. Мурзин, где ты? Я здесь! Вот он! Что с тобой? Нога. Сейчас. Ну-ка. Подожди. А ну, Дьяков, помоги ему. Как же ты? Тихо. Осторожно! Не зацепи ногу. Тихонько, ребята. Тихо. Поднимай. Ну? Ай-я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 й. Что, ай-яй-яй-яй-яй-яй? Дьяков! Много у тебя таких ям? Совсем мало, начальник. 5 яма. Сколько? 10. Хорошо. 10. Но если я найду 11-ю, закопаю тебя в ней живьем. 30 яма. Вот теперь это похоже на правду. Правда, начальник, правда. Владимир Клавдич! Идите сюда. Подсобить надо, тварь. Сколько таких лесных красавиц истребили в тайге браконьеры? Перед нами был один из самых жестоких хищников тайги. Я обязую сдать русской администрации все хищническим путем добытые оленьи шкуры, жилы и панты. А сам обязуюсь покинуть Уссурийский край навсегда. Подпиши. И не советуй меня обманывать. Я еще вернусь сюда и проверю. И думаю, что тебе лучше со мной не встречаться. А теперь иди сюда. Даю тебе 2 дня срока. 2 дня я буду здесь сидеть и ждать. Возьмешь своих работников и закопаешь все ямы до одной.
Наступила осень. Природа, как бы сопротивляясь осенним холодам, осветила листву изнутри горячим золотым жаром, раскалившим ее до красна. Мы шли близ подножия знаменитого Сихотэ-Алинского хребта. Но как ни была сильна власть этой красоты над человеческой душой, мы все же думали о другом. От Сихотэ-Алиня до моря лежал еще большой путь. Успеем ли пройти его до зимы? Спасибо, хозяйка. Но не ругайся. Еще сорвешь, тебе сподручнее. Женщик. Худой люди его, стреляй. Женщин, забирай. Паце, синдром паце, 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 ханом паце, 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 шесть шава. Легендарный корень жизни, из-за которого, как я только что видел, люди в тайге убивали друг друга. Предание говорит, что женьшень дается в руки только тем, у кого чистая совесть. На этот раз корень жизни был действительно в таких руках. Женьшень. Маша, знай, кто царь лесных зверей? Это амба. А царь морских зверей – дракон. А царь всех лесных растений – женьшень.
Капитан, у нас так говорит. Кто мал-мал корень кушай, тот становись сильный, смелый. Вот бы тебе, Туртыгин, а? Я и без женьшеня ничего. Моя, чё-чё, понимай? Нет. Это и зубы кричи. Смотри. Люди, кричи. Это изюбр, только старый. Нет, это амба. Его шибко хитрый. Его так постоянно изюбр обмани. Изюбр теперь, понимай, нету. Какой люди, кричи. О, там! О, там! Дерсу! Дерсу, ты знаешь, что это? Черный камень. Это уголь. Туртыгин, ставьте бивак у скалы и сушитесь. Ждите меня, а я поднимусь немного наверх. Дай молоток. Капитан, может там? Надо туда ходить. Видишь ли, Дерсу, я хочу знать, откуда вода принесла этот камень. Камень тяжелый, и вода его долго нести не могла. А там его может быть очень много. Моя тоже с тобой ходи. Thank you.
Наш ходи, все равно выдра. Мало-мало, по берегу ходи. Вода есть, ныряй. День уже был на исходе, а мы не нашли еще никаких признаков черного камня. Вернуться или искать дальше, я решил продолжать поиски. Дерсу, видишь? Зачем твоя радость, капитан? Моя много раз находи такой камень и бросай. Ты ничего не понимаешь. Когда-нибудь сюда придут люди, построят заводы, фабрики, город вырастет. И все потому, что здесь уголь. Ты на меня так смотришь, не веришь, но это будет, будет. Капитан, твоя мама заболеет. Нет, ничего, пошли. Надо немного отдохни, болезнь совсем проходи, тогда наш можно дальше ходи. Нет, надо идти. Скоро зима, видишь, сопки уже снегом покрылись. Надо скорее к морю выходить. И потом нас отряд ждет. Будут беспокоиться. Пошли. Моя как ладно, так ладно. Капитан, вставай. Вставай, капитан. Сюда огонь ходи. Наши над другой стороной река качуют. Капитан. Надо быстро качуй, капитан. Огонь совсем близко ходи. Торопись надо. Thank you.
Дерсу, планшет! Планшет где? Зачем кричить? Кричи не надо, капитан. А мне показалось, что мы его потеряли. А ведь в нем все, ради чего мы здесь. А почитай, что беглый барин. От безземель из Владимирской губернии бежали. А, да, земли здесь много. Много, барин. Да только чтобы Никита, все мы с голоду подохли. Дикие кабаны огороды вытоптали, тигр коров позадрали. На все наше село одно ружьишко, да три патрона мелкой дробью заряжены. Смех и слезы, барин. Потерпите. Терпим, ох и терпим. Да только и терпению конец приходит. Ну, спасибо тебе, добрый человек, за приветливость, гостеприимство. Смеешься, барин. Нечем нам нынче хороших людей встречать. Обеднели и разбогатеем ли. Ничего, разбогатеете. Руки-то вон есть у вас. А земля это только ухода требует. Ну, прощай. Прощай, барин. Дьяков. Я? Достань патроны. Прими. Да что ты, барин? На память. Да не что можно такие-то подарки. Ну, бери. Бери, батя. Дают, бери, а бьют, беги. Прощай. Постой. Слышь ты, постой. Чего тебе? Кого в святство-то записать? Молиться за кого? А, Владимиром зовут. Отца Клавдием. Ай-яй-яй-яй-яй. Она боись. Кто? Кабарга. А почему ты думаешь, что она кого-то боялась? Как твое понимание эту, капитан? Глаза есть. Надо мало-мало свет смотреть. Видишь, здесь кабарга, стой. Чуть-чуть слушай. Это она соболь боись. Здесь кабарга, тихо ходи. Думаю, соболь за мишей нету. Хочу убегать. Однако соболь глаза шибко хорошо смотри. Его знай. Надо кабарга мал-мал гоняй. Тогда она быстро ходи. Круг делай. Снова на свой след выходи. Соболь шибко хитрые люди. Его куда-куда прячься и жди.
Кабарга круг делай, сама к соблю ходи. Ай-яй-яй, Соболь, оставайся без обеда. Капитан, на штат посмотри. Куда теперь Соболь ходи? Глупый Соболь, совсем голова теряй. Сама ловушка беги. Я тоже понимаю нету. Где Соболь? А может быть, его забрал хозяин? Хозяин, Соболь бери, снова ловушка налаживай. Смотри, след дела не хозяин. Его долго тайга ходи. Старый ул веревкой завязывай. Его худой человек, капитан. Пойдем, Дерсу. Зачем его? Чужой Соболь бери. Хочешь Соболь лови. Своя ловушка став. Нет, его совсем лицо нету. Его тайгам бы поймай. Моя жалей нету. Его шибко худой люди. Сенди Багнев. Багнев. Капитан. Здравствуй, капитан. Здравствуй, хозяин. Здравствуй, капитан. Здравствуй. Заходи моим фазом, гостем будешь. Спасибо, мы торопимся. Хотели бы до весны у вас оставить лошадей и купить лодку, бат. Батом хотеть комор пустить? Опасно. Река замерзает. Ну, волков боятся в тайгу не ходить. Ты веселый человек. Тогда что же, капитан? Оставляйте лошади. Самые хорошие бата берите и выезжайте. Чего она? Мне уже буге! Дьяков, развьючивайте лошадей. Капитан, смотри. Нита! Писенги! Да у тебя базы, никак панта! Никак пой! Чистинги, жомигу, ути, чистинги, жомигу, но замен, гаган за. Радовка. Жомик у Гале. Сиди, пойди. Сиди, Дерсу говорит, что гость этого человека вор. Он украл чужого соболя. Нельзя нарушить святой закон тайги, говорит удыгеец. Он требует, чтобы человек, который украл, навсегда покинул эти места. Вот диво. Выходит, что в тайге плохому человеку скрываться труднее, чем в городе. Чудеса.
Вот деньги за бар. Не надо, капитан. Почему? Оставляйте ват на берегу. Ну, а если мы что? Мы сами заберем. Если что-нибудь случится. Лишь бы вы сами живы остались. Таких леса много. Новый будем. Ну, спасибо. Спасибо. Твоя золотою казной я сыплю тебя, дам коня, дам кинжал, дам винтовку свою, а за это, за все ты отдай мне жену. Снова беспокойные мысли овладели мной. С каждым днем сужались берега реки. Плыть становилось все труднее. Морозы усиливались. Пройдем ли мы по узкой полоске воды, сжатой снегом и льдами? Все чаще на нашем пути встречались участки сплошного льда. Тогда мы тащили бат волоком до тех пор, пока снова не появлялась вода. Так продолжалось уже несколько дней. Почему мы не бросили лодку? Пешком одолеть этот путь было бы еще труднее. Thank you.
Вместе с батом под лед уходило все наше имущество. Теплая одежда, обувь, запасы продовольствия. На 7 человек у нас осталась одна винтовка, 8 патронов и несколько сухарей. Метель не унималась уже 3 дня. Метель и голод шли за нами по пятам. Хотелось лечь прямо в снег и ни о чем не думать. Это был опасный признак. Пока двигаются ноги, надо идти. Во что бы то ни стало идти, если можно сделать хотя бы один шаг вперед. Владимир Клавдич! Владимир Клавдич! Нет больше сил! Ну что ж, переночуем здесь. Сегодня 1 января. Новый год. Братцы! Братцы! Сегодня же праздник! Слышь? Твоя говори, праздник? Вечером я заметил это дупло. Если нам и суждено умереть, пусть останутся наши записи. Они пригодятся тем, кто когда-нибудь пройдет по нашей тропе. Нас было 7. Я, начальник отряда Арсеньев. Мой проводник Дерсу Узала. Стрелки. Туртыгин. Загурский. Мурзин. Бочкарев. Кожевников, Дьяков. Так мы встречали этот Новый год.
стал быть, не веришь, что живыми останемся. А кто это тебе сказал? А я и сам вижу. Не верь. Да, я не знаю, что с нами будет дальше. Но я не хочу, чтобы пропали наши труды. Ведь тогда кому-нибудь все придется начинать сначала. Это ты понимаешь? Понимаю. Это-то я понимаю. А что же тебе непонятно? Ты мне непонятно. Ну вот солдаты приказали, пошли. А ты ради чего эти муки принимаешь? Ты человек ученый. Мог бы сидеть дома в тепле, не голодать. Не пропадать черти где. Скажи, мог бы? Мог бы? Так зачем же ты притащил нас сюда? Кому это, забытые Богом и людьми, тайга понадобится? Народу. Народу? Царю, стало бы, так у него и без этой тайги. Вольно, Россия какая! Яков, Яков, смотри, видишь? Вижу, вижу, чайки, чайки. Путешествие было закончено. К нашей радости примешивалась и грусть. Трудно было расставаться с Дарсу. Прощай, Дарсу. Прощай. Вот, возьми на память. Чего ты грустный? Ты много помогал мне. Много раз выручал меня из беды. Я перед тобой в долгу. Поедем со мной. У меня найдется для тебя и крыша, и хлеб. Поедем. Будем жить вместе. Капитан, теперь моя говори, твоя мал-мал слушай. Спасибо, капитан. Шибко спасибо. Что ты, Дарсу? Это я тебе должен кланяться. Подожди, капитан. Моя еще говори кончай нету. Возьми. Не нужно, Дарсу. Этот корень лечит старость. А я еще молодой. Ну, скажи, пожалуйста, зачем он мне? Моя шибко хочу его тебе подарить. Ну, спасибо, спасибо. Авгур, капитан, моя живи не могу. Моя как амба, тигр. Клетка живи, скоро умирай. Моя снова тайга ходи. Собы лови. Умирай не эту. Ну что же, тебе виднее.
здесь написано, где я живу, в Хабаровске. В любое время, когда ты захочешь, приходи ко мне. Я буду тебе очень рад. Ну, прощай, Дерсу. Дай Бог тебе всего хорошего. А я никогда не забуду того, что ты для меня сделал. Оставь винтовку себе. Ну, а патроны и все, что тебе нужно, Дьяков сейчас привезет. Спасибо. Прощай. Прощай, Дерсу, я всегда буду помнить тебя. Я не забуду твоих уроков. И если хватит у меня сил, постараюсь рассказать людям о твоем добром, отважном и мудром сердце. Прощай, Дерсу.